Итак, рассмотрим, как работает наша кулиса. Выжимаем сцепление. То есть поперечные ходы у нее вот. Соответственно, первая, вторая, третья, четвертая, пятая и задняя. Включается все нормально, так без усилий. На самом деле, к тому, что ось вращения поперечного рычага находится высоко, первое дело надо привыкать. Но в принципе, пару километров проезжаешь, там уже нормально. Вот, соответственно, сейчас поближе покажу. Вот, качаем рычаг. Тяга качает кардан. Вращает. Соответственно, поперечный выбор происходит. И вот такие ходы небольшие. Вот задние. Также без нажима включается. Все. Все, в принципе, достаточно просто. Ничего особенного нету.